Десятки пожилых бельчан с раннего утра стоят в очереди у территориального агентства социальной помощи «Норд-Норд-Вест», расположенном в здании примарии, в надежде воспользоваться компенсациями, предлагаемыми в холодное время года в рамках правительственной программы «Ажуторлоконтор», запущенной 4 ноября. Мы тоже замерзли, девушка, вот что ты делаешь? Это было раньше, когда было много народу. Ну и что? Бытовые потребители должны оформить заявку на компенсацию за энергию независимо от предыдущих регистраций до 25 ноября, онлайн или при помощи социального работника. Ой, уже часа два стоим все. А эти вообще рада, это пришли, говорят, аж 6 часов. Я считаю, что это издевательство. Это что? Фрикшный, ой, это ж дем подруг, демну иста. Неужели на птус факт, когда ломить лундецам, лишь на дневой. А вери день, на вери тот и день. А в кумаша не стоит. Так я сын говорит, да я дам, ну, пеним нам. Чисто факт. Это издевательство над народом, мы стоим 6 часов утра. Я вон с костылем после операции. Нормально? Я инвалид второй группы. У меня 6 операций. Чтобы справиться с большим потоком желающих, агентство увеличило количество специалистов до 12. Они регистрируют заявления, которые будут рассматриваться в течение месяца. По данным «Норд-Норд-Вест», информация о степени уязвимости и размере компенсации, обеспечиваемой государством, будет указана в фактурах. Perioada de primire a cererilor pentru compensație la perioada rece a anului. Lucrăm într-un regim de la orele 8 fără masă. În moment la orele 14 avem 275 de persoane deja care au fost deservite. В 2023 году в муниципии Белс при помощи социальных работников компенсациями государства воспользовались почти 4000 человек.